Вітаю! Ефір телеканалу «Еверест» продовжує програма «На висоті». Проект про успішних і для тих, хто хоче бути такими. Відомі та впливові у нашій студії. Вони відкривають секрети свого успіху. Наша сьогоднішня гостя народилася 20 вересня 1982 року у селі Новорайськ Бориславського району Херсонської області. Займатися спортом пішла в школу у сусідньому селі Ольховка. Далі навчалася у київському спортінтернаті, має вищу освіту, закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту. Довгий час проживала в Києві. До Вінниці приїхала за покликом серця. Її чоловік Дмитро – вінничанин. Українська веслувальниця на байдарках, бронзова медалістка олімпійських ігор в Афінах, чемпіонка Олімпійських ігор в Пекіні, двічі срібна призерка на Олімпіаді в Лондоні. Заслужений майстер спорту, найкраща спортсменка 2010 року, наша гостя Інна Осипенко-Радомська. Пані Інна, вітаю вас у нашій студії. Дійсно, відверто кажучи, переховуючи всі ваші спортивні регалії, дуже важко, і це лише частина, головна частина. Взагалі, задоволені такими результатами, чи все ж таки хочеться набагато більшого чогось? Не, я очень довольна своими результатами, потому что это отчасти моя жизнь, и я занимаюсь этим делом и получаю удовольствие от этого. И каждая медаль – это победа, вот, потому что когда ты взбираешься на пьедестал, неважно, ты первый, второй или третий, ты стоишь на пьедестале, вот, ты среди сильнейших, ты достойный, и поэтому каждая победа моя, пускай это будет бронза, пускай это будет серебро, золото, это моя удача, это мой успех, это мой труд, оценка моего труда, поэтому я довольна каждым своим, с каждой своей медалью, каждым своим результатом. Дійсно, мені цікаво, що відчуває спортсмен, коли він піднімається на олімпійський п'єдестал? Ну, знаєте, основне – це адреналін, який, знаєте, внутрі йде, тому що кожному п'єдесталу йде нелегка дорога, нелегка робота. Це трата часу, усилий, емоцій. Тому, коли ти забираєшся на п'єдестал, звісно, одразу починає виділятися адреналін, це состояние эйфории, и, наверное, вот именно это состояние адреналина и кайфа заставляет тебя слезть, и, вернее, когда ты сходишь с пьедестала, заставляет тебя снова идти на тренировку, снова работать для того, чтобы снова пройти эти эмоции, снова забраться на пьедестал и получить эти же эмоции. Взагалі, ну, ви маєте в своєму своїй скарбничці всі олімпійські нагороди, це і бронза, дві срібли, і золото. Але все ж таки, яка із них далася найважче? Я скажу, знаєте, що кожна медаль по-своєму тяжела, тому що кожна медаль йдеш своєю дорогою. Кожна олімпійська медаль – це итог роботи 4 років. Вот, поэтому каждой медали я шла определенный кусок времени, да, и она по-своему тяжелая, по-своему своеобразная и по-своему дорога. Поэтому они все дороги и все, ну, тяжелые. Все-таки Олимпиада – это большая ответственность. На Олимпиаде ты представляешь не только себя, свою семью, да, как это бывает на чемпионате мира, в принципе, а уже когда выстаешь на старт Олимпийских игр, ты представляешь свою страну, ты лицо своей страны. И поэтому олимпийские награды, борьба за олимпийские награды очень тяжелая. Ты на Олимпиаде соревнуешься среди сильнейших, потому что на Олимпийские игры попадает только сильнейший. Чтобы попасть, нужно завоевать лицензию, отобраться и принять участие. И когда ты принимаешь уже участие, на старте стоят сильнейшие из сильнейших, и ты среди них, и ты борешься с ними. Поэтому каждая олимпийская медаль очень тяжелая. А если повертатися до витоків, до того, что передувало таким олимпийским досягненням, до дитинства, с какого века вы занимаетесь спортом и, власне, чему саме спорт? 7 лет я занимаюсь спортом, и, наверное, я родилась спортсменкой, потому что в то время, когда мы все были маленькими в детском саду, да, кто-то мечтал быть водителем, кто-то летчиком, кто-то доктором, я мечтала быть спортсменкой, то есть это где-то внутри заложилось, я не знаю, наверное, с чем и с кем, вот. Все-таки где-то отчасти, наверное, родители привили любовь к спорту. Мои родители не профессиональные спортсмены и вообще не спортсмены, но они всегда любили физкультуру и активный спорт. И с маленького детства мы всегда с родителями участвовали в стартах «Папа, мама, я, дружная семья». То есть мы принимали всегда конкурсы и много раз выигрывали их. Вот. Это, наверное, дало такой, знаете, заряд на будущее. И еще повлияло, наверное, то, что именно гребля и
И я выросла в том селе, где у нас была школа хорошая. Еще при Советском Союзе приезжала сборная Советского Союза и готовилась у нас к международным стартам. Вот. Поэтому у меня было все условия для того, чтобы узнать, что это за спорт, и полюбить его. Я так розумію, що веслування, байдарки – не єдиний, не перший вид спорту. Чим ще займалися? В яких видах спорту ще себе намагалися спробувати? Я много в чем, я была, хапалась за все, да, как сейчас вспоминает мой учитель физкультуры, он говорит, Инна, это, она была жадная к спорту, то есть она хапалась за все, и в детстве я и бегала, и метала, и прыгала, и ориентированием занималась, то есть пока я училась еще в своей школе в селе Ольговка, я выступала на районных и областных соревнованиях по всевозможным видам спорта. То есть я бежала, моя любимая была, это 400 метров, я метала мячик, и мне очень нравилось ориентирование. Угу. А почему все-таки байдарка? Все-таки это вот самое место вашего выхования, взрастания в селе, да? Наверное, просто она мне больше всего полюбилась, потому что она связана с водой, с лодкой и со стихией, да, и не одна стихия, это стихия вода, и когда ты на воде, очень ощущаешь еще другие стихии, это ветер, дождь, как бы, и я полюбила именно греблю на байдарках, потому что я вот ощущения, те эмоции непередаваемые, которые, через которые я проходила именно на воде, вот, остались во мне до сих пор, поэтому греблю. Вы знаете, деякі от кажуть, що, наприклад, в байдарці, да, все добре, але ти от сидиш там, веслуєш, така собі прогулянка по воді, от спробуй там пробігти кілька кілометрів. Буває спортсмени з інших видів спорту, у мене дуже багато друзів, знайомих, от, які професіональні спортсмени, коли бачать мене і кажуть, блін, класно, ти там катаєшся, я кажу, да, классно катаюсь, ну, как бы, ну, помимо катания, еще колоссальный труд, потому что все-таки, когда ты бежишь, ты владеешь только своим телом, да, то есть ты работаешь только своим телом здесь, помимо того, что ты должен владеть своим телом, ты должен владеть еще лодкой и веслом, и бороться еще со стихией, которая дает тебе препятствия, особенно, когда раздувает ветер, это идет волна колоссальная, это идет, ты борешься со встречным ветром, со с волной, когда начинается дождь, это еще и дождь, который тебя сверху поливает, вот, поэтому все-таки вид спорта отчасти красивый и кажется легкий, но на самом деле очень тяжелый. Угу. До речі, правда кажуть, що в дитинстві за ваші спортивні досягнення вас частенько плутали з хлопцем? Да, это было, было очень много раз, и, наверное, просто я росла сама по себе, я была пацанкой, вот, не только за достижения, а, наверное, образ жизни, то, что я была такая шабушная, наверное, и очень активная, и везде очень любила, как бы, в основном, я дружила с мальчиками, вот, и я была похожа на мальчика, потому что одежда была мальчиковая, стрижки были мальчиковые. Крупки, вот, да? Да, и, естественно, наверное, физическое развитие, то, что очень рано начала заниматься спортом, все-таки уходила вперед от моих сверстников. Девчат, ровесниц. Да, да, да. И поэтому меня очень часто путали с мальчиком. Даже было соревнование у нас, проводил олимпийский чемпион Сергей Чухрай по гребле. Вот. И я стояла на старте, и там получилась такая ситуация, что меня сбили девочки, ну, развернули, у нас не было еще дорожек туда. Вот. И я вывернулась, ну, как не вывернулась, развернулась, потом по дистанции вернулась обратно, и такая, надо же догонять, и в итоге я еще догнала всех и выиграла. Вот, и подошел тренер другой, этой девочки, которая меня как бы разворачивала, говорит, так девочка такое не может сделать, это мальчик. Вот, и я так еще перепугалась, что меня сейчас начнут раздевать, будут проверять, мальчик или я девочка. Вот, но все-таки тренер меня стоял, говорит, ну, это девочка, и как бы просто она очень сильная и талантливый ребенок, поэтому вот, ну, были, были моменты. Я так розумію, дійсно, що в школі от найкращі оцінки були з фізкультури, але все ж таки, які ще дисципліни подобалися? Як взагалі вчилися в школі? В принципі, папа привів любов ще к математиці, вот, тому що у мене папа був строїтелем і... Точність розрахунка. Да, да, да. И нам было интересно, мы считали вместе, и папа строил мою школу, в которой я училась. Вот, и у нас был такой азарт, мне, он мне дал задание пересчитать, сколько ушло кирпичей на нашу школу. Вот, и был такой момент, что я мерила, сколько окон, сколько дверей, и просчитывала, где у нас, сколько кирпичей у папы ушло на мою школу. И порахувала все ж таки? Да. Пам'ятаєте, да. Скільки? Ні, не помню, чесно, ну, не помню. Да. Якщо говорити навіть про розвиток дитячого спорту, успіху досягає хто? Той, хто має талант?
чи в той, хто багато трудиться? Я думаю, что все-таки труд это основное, то, что дает успех. Вот. А талант просто добавляет, он уже, как бы, наверное, делает огранку тому труду, который ты вложишь. Не навпаки? Нет. Угу. Потому что я знаю, да, я могу сказать, что я где-то имею талант, потому что талант именно в своем виде спорта, вот, талант чувствовать воду, чувствовать весло, лодку и достигать вершин, но мой талант, лежа на кровати, мне не позволяет дать таких высоких результатов. То есть мои все достижения плюс талант только через колоссальный труд. От пам'ятаєте таку от першу значущу перемогу? Ну, я думаю, что самое такое вот важное, это была победа в Пекине, вот, потому что моя бронзовая медаль в Афинах, она была в составе четверки. Вот, это была командная лодка, это было достижение нашей команды. Вот, и когда мы стояли на пьедестале, это для нас тоже было, знаете, таким неимоверным достижением. Сердце колотало, эмоции били, и стоя на третьем месте, мы считали, что мы олимпийские чемпионки. Вот, то есть было максимальное достижение. Но моя цель и реализация была все-таки в одиночке, когда ты сам за себя, когда никогда в жизни тебе никто не скажет, что, ну, что кто-то за тебя что-то сделал или ты где-то не доделал, да. Здесь один на один. Ты и результат, твоя работа и достижение. Поэтому моя цель была достичь результата максимально в одиночке. И когда я это сделала в Пекине, это было, наверное, самое такое вот достижение, колоссальное, мега такое, что вот я даже сейчас говорю, у меня идут мурашки по коже. Вот, я думаю, что вот эти ощущения останутся на всю жизнь. На шляху до успіху, особливо в спорті, є дуже багато невдач, провалів, падінь. Взагалі, як ви до них ставитеся? Вони сильно вибивають вас з колії? Всегда в спорті є падіння, провали, неудачі, но эти, как лично для меня, как для спортсмена, все мои неудачи и провалы делали меня сильнее. Они учили меня быть сильнее, находить выходы из этих ситуаций, то есть быть более рассудительной, делать более стабильные планы на будущее и реализовывать их так, чтобы были только вершины. Вот. Поэтому я считаю, что где-то, может быть, это и надо для того, чтобы уметь переступать, уметь падать и уметь подниматься. А на вашу думку, вміти падати не менш важливо, як вміти злітати? Адже впасти потрібно вміти, потрібно впасти на щось м'якеньке? Ну, в нашому випадку ми спортсмени, це проігрувати, да? І я завжди говорила, що проигрывать нужно тоже уметь. Вот. Поэтому в моем случае было много разных ситуаций, и я умею и проигрывать, и умею выигрывать. Поэтому, наверное, это и привело меня к самым главным олимпийским достижениям, к олимпийским наградам. После того, как вы отримали ваше друге золото на Лондонской Олимпиаде, вы сказали, что оно для вас, цитую, не меньше дорожче, ніж золото. Что вы мали на увазі? Я имела на виду, что к этим медалям, к этому серебру я шла со своей семьей. То есть к этим медалям меня уже готовил мой муж, вот, он же мой тренер. И эти 4 года, к Пекинской Олимпиаде, я шла просто с другим тренером, в другом коллективе. К этим медалям я уже шла конкретно со своей семьей. Вот, конкретно уже участвовал, наверное, и ребенок мой, вот, Ульяна, потому что она уже на этот период, она уже как бы взрослый человек, человечек, да, понимающий, осознающий, который что мама делает, принимающий участие в этом. Сколько ручки? Ей вот будет 6, вот, но она умная и рассудительная, и к этой Олимпиаде мы шли вместе. И, то есть это намного, знаете, более такое значимое состояние и достижение. Поэтому, когда я взяла эта медаль была моей семьи. Поэтому она намного, ну, дороже мне, чем вот золотая. Ну и плюс то, что все-таки подняться легко, в принципе, но удержать это намного сложнее. И я была рада тому, что к этой медали мы шли не только семьей, и мы с семьей смогли удержать ту высоту, которую я задала еще в 2008 году.
Ну, все ж таки, в свій час ваш чоловік, він вінничанин, він полонив вас. Чим він вас так полонив, що навіть забрав з Києва, і все ж таки ви зараз щасливо живете у Вінниці? Ну, мы с ним познакомились вообще, знаете, как в песне поется, мы свою любовь нашли на краешке земли, на берегу океана, за 5000 километров от Украины, в Португалии. Вот, мы встретились там, и сначала для меня казалось, что это просто романтика, то есть, что мы уедем оттуда, и как бы рассеются наши отношения, но Дима оказался все-таки такой настырным, и он доказал, что те отношения, это не просто так, это не просто романтика на берегу океана, а это действительно отношения, отношения в жизнь. И он, когда мы разъехались, он сделал первый шаг, он нашел меня в Киеве, вот, и забрал меня сюда, в Винницу. И когда до этого я не была ни разу в Виннице, но я знала, что есть Винница, потому что мой папа, он сам родом из Винницы. Вот, он родился здесь, в Винницкой области, и прожил определенный период времени. И потом просто на те времена их по переселению отправили в Херсонскую область на заселение, на развитие Херсонской области, и он туда уехал, там уже родилась я. Поэтому я знала, что есть Винница, потому что это здесь мои корни. И когда меня Дима привез первый раз в Винницу, он сразу же мне показал город, и первые мои слова были, что «ты знаешь, Дим, такое ощущение, как будто я здесь прожила 100 лет». То есть оно мне как будто такое все родное, настолько мне полюбилось, что буквально в течение месяца я там бросила все, что имела в Киеве, и переехала в Винницу жить. И до сих пор уже там сколько, 7 лет я живу, и я ни разу не пожалела о том, что я нахожусь и живу здесь. И поэтому я люблю этот город, а люблю еще, наверное, еще в 2 раз сильнее, потому что здесь уже родился мой ребенок, это продолжение нас с Димой. И поэтому этот город останется со мной на всю жизнь. Дійсно, дуже цікава ситуація. Я так помічаю, що дуже багато спортсменок виходять за своїх тренерів. Це як така спортивна мода? Діма не було, коли ми з ним розписувалися, він не був моїм тренером. Вот, він був професіональним спортсменом, він займався грибним салом по горним рекам, это, знаете, вот такой экстремальный вид спорта. И он был просто спортсменом, даже, в принципе, у нас связывала только вода. Это 2 разных вида спорта вообще, которые не пересекаются между собой никогда и нигде. Вот просто жизнь сложилась, что мы так случайно попали на сбор вместе. Вот это был, наверное, первый, единственный раз, когда там, наши, в Португалии, так? Да, когда наши виды спорта пересеклись. Вот. И когда мы с ним познакомились, он был спортсменом. И когда мы расписались, он был еще спортсменом. Просто когда я родила, была беременная, стал вопрос, кто... Я вроде бы еще ну, не закон... спортсменка, которая еще не закончила свою деятельность, да, свой спорт. И он профессиональный вроде бы спортсмен, и тоже он был первым номером сборной Украины в двойке, в командной лодке. И стал вопрос, кто будет дальше. И мы сели с ним за круглый стол буквально перед родами и принимали решение, кто остается, кто занимается бытом и ребенком. И Димины слова были такие: «Инна, я вижу в тебе еще огромный потенциал. Я вижу, что ты себя еще не реализовала в спорте, что ты можешь достичь еще высоких вершин. Поэтому бери весло в руки и греби, а я уже все возьму на себя». И так мы с ним порешили. Через 10 дней после того, как родила я, вот 23 сентября я родила, и 3 октября я уже сидела в лодке и уже активно работала, потому что оставалось чуть-чуть времени до Олимпиады, там 1,5 года. Нужно было взять лицензию и попасть на Олимпиаду. Вот. Обычно люди готовятся 4 года. Мне оставалось всего лишь 1,5, поэтому через 10 дней я уже сидела в лодке, и уже целенаправленно мы шли на Олимпиаду, и поэтому его доверие и то, что он подозревал, реализовалось и стала олимпийской чемпионкой. Ну, це взагалі, мені здається, дуже важко якось. Ну, хоча, в принципі, те, що ви розказали про цього чоловіка, то він взагалі золотий. Важко будувати сім'ю, родину от, з чоловіком-тренером? Спочатку це було, як би, знаєте, мабуть, где-то такі були непонятні, як би все це. Ми, вроді би, як вирішили з ним, що на тренировке он тренер, а вдома он муж. Но и мы так и тренировали, что все, когда закрывалась дверь дома, квартиры, вот, мы выходили, все, то есть я спортсмен, он тренер. Когда мы возвращались домой, мы муж и жена. Но как бы это ни хотелось, чтобы так это существовало в жизни, да, оно все равно перерастает
все по-другому. И тренер становится и тренером дома, и тренером на тренировке. Но я к этому привыкла, потому что я очень люблю свой вид спорта. И у нас все-таки есть такие с ним более мягкие, лояльные отношения. У нас есть, можно сказать, взаимопонимание, да, что даже когда он перенес тренировочный процесс домой, вот. Даже у нас была такая смешная ситуация, когда мы готовились там зимой к полиатлону, просто участвуем в других видах спорта между подготовкой к гребле, к Олимпийским играм. Мы еще занимаемся лыжами там еще. И нас пригласили на полиатлон. Ну, за два дня нам дали предложение, и мы узнали, что и там был один из видов отжиманий. И он говорит, мы пришли с тренировки, и нас буквально ужин, надо было садиться за ужин, и у меня парень-спортнер, как раз мы пришли домой вместе, он говорит, так, давайте проверим, как вы отжимаетесь, потом пойдем ужинать. Я потом еще прикалываюсь, долго говорю, да, классный мне тренер, сначала отжиматься, потом ужинать. Вот, то есть, ну, это все, наверное, вот это взаимопонимание, теплые отношения, любовь друг к другу, оценка друг другу правильная в том, что мы делаем, что, как, кто делает, кто какие усилия улаживает, все-таки дает нормальный старт во всем, и в жизни семейной, і в житті спортивній. Ну, наскільки мені відомо, дуже мало хто вірив в успіх вашого союзу. Я маю на увазі не як чоловіка, дружина, а сам як тренера і спортсменки. Ніхто не вірив, ніхто ніколи. Тільки зараз, от буквально, ну як зараз, вже 3 роки, просто, ну, ми просто доказуємо це, що мы хороший тандем, потому что когда мы начинали работать, 2000 после Олимпиады в Пекине, я как бы сначала закончила свой спорт вообще, потому что я настолько физически, морально истощилась, что я не хотела заниматься ни греблей, ни спортом, вообще ничем, я ничего не хотела видеть, и я вроде бы как ушла. Но меня это хотело всего лишь на месяц моего ухода, потому что когда ты профессиональный спортсмен, когда у тебя с утра до вечера были нагрузки, когда организм привык качать там тонны крови, да, за день, и ты, конечно, когда останавливаешься на месяц, да, ничего не делаешь, потом начинается, ну, в своем роде как наркоман, да, спортивный, начинает ломки, да, все хочется, все, надо идти, надо двигаться, надо бежать, спешить, переодеваться, тренироваться, грести, то есть вот это эмоции, они завели на то, что все, я хочу дальше тренироваться, я хочу грести, я не могу сидеть, вот, и когда я вернулась впервые после такого разрыва, вот, и я приняла решение, что все-таки я буду дальше продолжать, вот, мы сели с ним, поговорили, и он говорит, давай я попробую тебя потренировать. Я говорю, ну давай попробуем. Когда мы начали работать с ним, вот, все нам говорили, что это нереально, что Дима не тренер, у него нет тренерского, как бы на то время не было тренерского образования, было экономическое, что он занимается другим видом спорта, что не получится. И получается, что когда мы попробовали, и в 2010 мы привезли 2 медали, серебро и золото. В 2011 году мы привезли 2 бронзы с чемпионатов мира. Вот, и сейчас мы привезли 2 серебра олимпийских. Уже никто не может сказать, что у нас нет тандем. Ну, от які цілі на найближче майбутнє, можливо, на подальше майбутнє ставить ваш тандем перед собою? Я планирую дальше тренироваться, и цель, уже поставлена цель, вот, то есть, когда мы ехали с Лондона вдвоем, мы ехали на машине, вот, у нас было много времени обсудить и прошедшее время, и достижения, и планы на будущее, и мы с ним решили, что мы пойдем дальше на Рио, вот, на следующую Олимпиаду, вот, и уже ставим определенно опять 2 дистанции, 200 и 500, и, естественно, завоевание, борьба снова за 2 медали. Ну, бажано золотими, звичайно, так? Я думаю, да, что сейчас как бы я имею полный комплект медалей и плюс одна. Вот. И как Дима говорит, одна, вторая медаль, это ты распечатала следующий комплект. Вот. И говори, что мы постараемся, что будет золото. Тогда я распечатала свой комплект с бронзы и золота, а сейчас я думаю, что серебро и золото. А вот после одружения все ж таки вы не изменили свое, ну, как не изменили прізвище, вы додали до своего одевающего прізвище Осипенко, чоловіче, Радомське, стало Осипенко Радомське. Чому?
Я не знаю, как бы все, когда все мне задают этот вопрос, все думают, что просто у меня был уже свой рейтинг, да, они говорят, вот твоя фамилия, там. Ну, были такие думки, да. Да, да, я отвечаю всем, что это не так, просто я очень сильно люблю своего папу, и я просто его, ну, для меня папа это очень много в жизни значит, и у нас две девочки в семье, то есть у меня есть сестра, вот, и я, то есть мальчика нету, как бы, наверное, продолжения рода нету, и, как бы, наверное, для папы, как бы, для него я оставила эту фамилию, я, любому папе приятно, когда звучит его фамилия, вот, поэтому это было сделано целенаправленно для отца. Ви маєте маленьку донечку, от взагалі як знаходити час між тренуваннями, змаганнями, олімпійськими іграми, час для спілкування з нею? Да, я, как бы, ну, вона для мене ізначально все, і та не олімпійська медаль, вона у мене золота, а Ульяна, от це моя самая ценная, дорогая, это она у мене золота олімпійська медаль. Вот, потому что ребенок для меня это все, ребенок для меня это моя жизнь, и поэтому я всегда нахожу, ну, время, чтобы с ней провести. Мы всегда ее берем с собой, вот, когда мы свободны, и даже, в принципе, когда есть возможность распланировать тренировочный сбор, мы ее с собой тоже берем. Кажуть, що спортсмени – люди забобонні. І от деякі навіть мають свій такий невеличкий ритуал, без якого не виходять на змагання. Чи, можливо, от маєте якийсь такий ритуал, талісман щасливий? Ну, спорт – это достижение, это то, что ты вважаешь, когда ты выходишь на свой главный старт, ты уже реагируешь, там, да, даже, ага, футболка, да, вот в этой футболке я там выиграла. Раз, сюда, все, чемпионская футболка, там, чемпионская кепка, там, чемпионские носки, то есть, да, вот, даже расцветка, например, уже тоже где-то является каким-то моментом важным, вот, что, и ты одеваешь именно эту там желто-синяя расцветка, да, вот, и у меня были моменты, у меня с собой, я когда уезжала в Пекин, мне Ульяна, когда я садилась там, уезжала с дома на самолет, мне ребенок дал рыбку маленькую, такая она желто-синяя. Игрушка, да? Да, да, такая небольшая, она типа брелка, но она мягкая была, и она дала с собой, я сначала ее повесила на сумку для того, чтобы увидеть свою сумку среди, то есть, всего коллектива, экипировка одинаковая, все сумки одинаковые, когда ты в аэропорту встречаешь свою сумку, ты не можешь понять, где она, я повесила сначала на сумку для того, чтобы просто знать, что это моя сумка. Вот. И когда приехала сумка, я беру, и у меня эта рыбка отваливается буквально. Ну вот, она дожила до прилета и отвалилась. И как-то получилось, что я как-то носила ее в кармане с собой, и потом, когда приехала на старт, переодевалась в костюме, она у меня выпала. И я ее взяла с собой в лодку. Я выиграла с ней Олимпийские игры. И потом она всегда ездила со мной. И еще один момент, что я всегда выступаю в желто-синих цветах, в национальных. То есть у меня и лодка разукрашена так, и весло, и форма. Вот. И была у меня кепочка такая, которой я тоже постоянно выступала. И, ну что я скажу, на этой Олимпиаде я нарушила все свои забубоны, вот, я не взяла с собой рыбку в лодку, я одела другую кепку, и на финал 200 у меня была розовая кофта, вот. Поэтому есть моменты, просто это ты веришь, ты сам себе их придумаешь, создаешь, и просто в это веришь, и на уровне подсознания оно тебе помогает, потому что ты дал себе установку, что это действует, это работает, вот, и оно работает, вот. А можливо, просто зіграв роль жовто-блакитний манікюр? Може бути, може бути. Я вам дуже дякую за спілкування, за ваш час, за мега-щире інтерв'ю. Повірте, таке буває дуже рідко. На сам кінець я попрошу невеличке побажання нашим глядачам телеканалу «Еверест». Прошу. Я хочу пожелати всім людям вірити в себе. Це саме головне, коли ти віриш в себе, ставиш ціль і к ній йдеш. І вера в себя помогает становиться на ноги и достигать вершин. И самое главное, всегда улыбайтесь. Улыбка, она продолжает жизнь, она продолжает настроение. И просто приятно, когда ты улыбаешься, когда ты идешь с улыбкой, всегда тебе навстречу люди тоже улыбаются. Поэтому любите друг друга, улыбайтесь, ставьте цель и достигайте.